Смотри, какая тыква красивая, с Хэллоуина осталась. А как их много, еще морковка, яблоки. А чему я удивляюсь? 15-20 тонн фруктов, овощей в месяц съедают обитатели Центра помощи диким животным «Велес». Там и начинаем сегодня наше утро вместе с главным волонтером Александром Федоровым. Расскажите, как зима вам наступившая? С запахом морковки, видимо. Мы похожи? Вот. Ой, какое горячее дыхание! Я просто смеюсь, почему я главный волонтер. Кто зарплаты не получает, тот волонтер. К нам везут, но везут круглосуточно. Могут и в 5 утра привезти, и в 6 животных раненых. Кто-то ехал по дороге, подобрал сбитую лису. То есть у нас телефон не выключается. Руки не пихать, накрыть курткой, тряпкой, я не знаю, одеялом. Положить в машину и привезти к нам. Я первый раз в жизни глажу лосиный нос. Он такой мягкий. Жаль. Вот так можно. Она просто уже прихватывает, начинает зубами. Они все сегодня. Утром их приходят кормить. Будят. Иногда, знаете, они так выходят сонные. Ой, не зевай. Соната тоже, как и я, по утрам любит поспать. А сейчас и вовсе готовится впасть в зимнюю спячку. Но недаром ее называют просто Соня. Да, тезка? Чего они делают целыми днями? Не хочется. Да ничего не делают целыми днями. Едят. Так вот ты какой северный олень! Это Сан Саныч. Он и на завтрак, и на обед, и на ужин предпочитает ягель. Самое вкусное для него угощение и самые большие витамины. И что, меня посадили в клетку? Да нет, в клетке мы сидеть не будем. Пойдемте убираться к лисам. Рыжие, с добрым утром! Они хулиганят. Отходы как жизнедеятельности убираются, потом вот притаскиваются опилки, и их просто нужно вот ровным слоем разровнять. Курятину любят, знаете, как в мультиках. Кур таскают из курятников. Вот они любят курятину. А тут они что, друг у друга кур таскают? Нет, им дают достаточно много, чтобы не таскать. Отдай камеру! Смотрите, разве можно их не любить? Ну, чего себе. Завалился малыш. Снятся даже. Чего говорят во сне? Да ничего особо. Когда, говорит, приедешь?